Инновации. Что это такое и почему некоторым странам они удаются лучше, чем другим? Простыми словами, инновация — это... Любой новый продукт, новый сервис или новый процесс. То есть новый и лучший способ делать что-либо. Человеческий род внедрял инновации все свое существование. От изобретения колеса и лампочки до реактивных двигателей. Мы любим придумывать новые вещи, и именно так происходит развитие. Швеция, Швейцария, Великобритания, Голландия и США – 5 самых инновационных стран. В чем рецепт их успеха? Университеты мирового уровня. Большие инвестиции. Множество ученых и исследователей. И хорошая доза глобализации. Возможно, вы думаете, что крупные рыбы мировой экономики никого не пускают в свой океан. Удивительно, но это не так. Конечно же, Китай — это отличный, показательный пример. Там пытаются перейти от фразы «сделано в Китае» к фразе «изобретено в Китае». Для инноваций также нужна долгосрочная стратегия, но, безусловно, можно придумать что-то новое, даже если ваша страна и не возглавляет список самых инновационных. Но все-таки, чтобы приготовить вкусное блюдо, нужны самые лучшие ингредиенты. Также и с инновациями.